С предстоящим профессиональным праздником медиков поздравили и глава региона Вениамин Кондратьев, и спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко. В Краснодарском крае больше 70 тысяч медицинских работников. Это высококлассные специалисты, чьи имена известны во всем мире. По итогам прошлого года наш регион стал третьим в России по важнейшим демографическим показателям – числу новорожденных и снижению уровня смертности. Со сцены Краснодарской филармонии губернатор поблагодарил работников здравоохранения за круглосуточный труд и за самоотверженное служение своему делу. Сегодня ваш праздник. Праздник тех, которые делают нашу медицину, на самом деле, краевую медицину, лучшей в стране. Передовой в стране. Одной из самых высокотехнологичных в стране. Ведь это делаете вы, люди. Вы, врачи, те, кто выбрали своей жизненной дорогой служение. Служение людям. Потому что это не работа. Это не работа, когда порой нет выходных, когда нет отпуска, когда звонит звонок ночью, и ты вынужден бросить свою семью, чтобы прийти на помощь другой семье. Я знаю это и по своей семье, и своей супруге, когда для нее телефон ночной, я говорю, ну зачем? Она говорит, ну а почему? Потому что она не сможет кому-то даже доверить, дежурному врачу, потому что она переживает. За результаты своей операции переживает как человек в первую очередь, а потом уже как врач, хирург, доктор, профессионал. Это, наверное, очень важно. Важно, что сегодня наши кубанские врачи, вы обладаете в первую очередь человеческим сердцем. В вашу профессию идут большей частью, ну, как мне кажется, люди по призванию и люди неравнодушные. Ведь очевидно, недостаточно иметь знания и профессиональные практики. Базовым, очевидно, является наличие доброго, отзывчивого сердца. Это самая главная базовая составляющая вашей профессии. Лучшие в профессии были удостоены наград из рук губернатора и председателя ЗСК. Кубанские медики получили почетные грамоты и медали.